Всем привет, друзья! С вами Иван Каже, и мы сегодня обозреваем опять Макдональдс. Как я недавно анонсировал, в Макдональдсе сейчас начался сезон итальянской кухни, а это значит, появились новые блюда. Их всего лишь три. Это чиабатта базилик, сырные шарики и дабл макфреш. Сегодня в выпуске мы будем обозревать чиабатту базилик. Это такой вот широкий, достаточно большой сэндвич. Сейчас посмотрим, что там внутри. Я, как и вы, наверное, в принципе, впервые буду его пробовать. Стоимость данного сэндвича обошелся мне в 45 гривен. Это где-то $1.75 или 99 российских рублей. Это я брал где-то по среднему курсу. Просите вы меня, дорогие подписчики, чтобы я указывал, говорил цену в разной валюте. Так вот, где-то около 100 российских рублей, $1.75. В американской валюте. Так, давайте заглянем. Завернут он у нас в обычную бумажечку, то есть не придумали никакую-то там специальную упаковочку. Вот такая достаточно широкая булочка. Блин, все расставилось, что-то у меня тут повылазило. Так, это у нас сверх тормашками. Так, ну, пока я довез это все дело, оно тут все у меня спрессовалось. Итак, видим вот эти вот листочки. Это наш базилик, помидорчик, котлеты две штуки. То есть, вот видите, слева и справа две котлеты лежит. Кстати, на котлете сыр, помидор и вот какой-то белый соус и сами листья базилика. В принципе, все. Должно быть достаточно вкусно. Попробуем эту радость. Базилик достаточно интересный вкус дает, конечно. Но вы знаете, все равно отдаленно мне напоминает тот же гамбургер. Просто вот именно, ну просто в данный момент я еще не укусил помидорчик. Вот, ну, базилик, конечно, и изменяет вкус. Ну, скажу, если в вашем Макдональдсе это все дело не продается, то вы, в принципе, можете дома добавить базилик, положить помидорчик в обычный гамбургер, и, наверное, будет, по сути, то же самое. На этом у меня все. С вами был Иван Каже. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!